Ух ты, В смысле я бегаю? О, вон рука. Чувак на крышу. Рука же, смотри, вон чья-то. Да, рука же. Да, как, подожди, как он забрался на крышу? Не знаю. Интересно. Ты там мастырил. Так жахни его в руку, слышишь? А, я не могу. А. Там еще один прыгает наверху. Это не в... Они кого-то убивают? Да, они с кем-то перестреливаются. 35 секунд ждать. Так скажи им что-нибудь там, типа. Что им сказать-то, я не знаю даже. Пошли вон, скажи. Все. И все нормально. Вы кто такие? Идите в отч, мы вас не знаем. Мы вас не знаем. Hello, man. I am taking your combat knife, man. Okay. Thank you. I leave you a crossbow, man. You can keep crossbow on the roof. Thank you very much. I give you. Open the gate for me, please, and I give you it back. Do we have a deal? Maybe. Зачем ты по два раза повторяешь? I need to destroy one of your traps, man. Он ломает, слышишь? It's hurting very bad. Так слышишь? Это что-то какая-то лажа. Его этот... дробилка. Не дробилка ломает. Can you open the gate for me and my friend? Ты что, индус какой-то? I promise not to kill you if you open the gate. Open the gate. Наверное, индус или какой-то, да. Hello, man. I see you. Don't shoot me. If you shoot me, I will raid your base right now. Can you open the gate? Смотри, он не стреляет. Hello. Так что, пойти открыть ему, что ли? А попробуй, ну-ка, если хочешь, попробуй. I need you to open the gate. Окей. Да, вот они оба стоят, вон он стоит. Open the hacking gate, man. О, еще один, блин. Один индус, другой англичанин. Зашибись, это. Тандем, ядрите его налево. Ой, блин. Открывай. Вон, я видел их, они внизу. I left your stuff in the top of your base, man. Can you open the gate and I will give you my stuff? It's on top of the roof. Да? Ты думаешь, он... Thank you so much, man. No. We are very sorry. My friend is retarded. Да, людям нельзя доверять в расе. Все убили? Угу. Там три чела бежит сюда, да, смотри. Да. Ёбаный свет. Бля, раз, два. И там еще у нас, получается, на крыше кто-то сидит. Нихера. Ой, ядрить его налево. Я этот кусок тоже... Что было? Попал я в него, я попал в человека. И меня попали. Таким мощным этим зарядом прям. Еще попал? Ага, арбалет хорошая штука. Стреляй. По воде кто-то бегает. Слышь? Да. Бля, меня убили. Быстро тебя. С МП-5А4 тебе сняли просто. Раннеры, это опять те же. Это те же прибежали. Да? Но не те, это не лиловский клан, это те первые, которые были. Мононюки прибежали, да. Угу. Походу, если они уже втроем, то это уже страшно. По воде топчется. Угу. Где мой лук? А вот. Вон он, прямо у кустов слева. Угу. Стрелять пытаются. Угу. Сейчас побинтую себя немножко. Давай. Сука. Ты смотри, а, шайтан, бабай. Наверное, пока мы в него стреляем, те двое где-то ошарашиваются. Может быть. Фига он там палит-то. Попал в него? Нет, пока. Попал. Попал, да. Попал, ага. Есть разочек. Где он там? О, он побежал, очканул, убежал. Слушай, они на это самое, на крыше, по-моему. Есть на крыше руки, да. У меня 18 стрел еще есть. Сейчас накрашу себе. Что-то все бегают, какие-то там мухи летают, вонь какая-то здесь. Ты там штуку сделал, типа, чтоб никого не было. Ну да. Как видишь, но там выбраться невозможно, понимаешь? Там забраться можно, но выбраться сложновато будет уже. Так, по первому этажу вроде те. Я пока записываю это все, на всякий пожар. Я тоже, да, на всякий случай, да. Где они там, блядь? Может, они внутри уже, слышишь? Может быть, уже здесь. Я имею в виду, что они внутри этого. Во дворе? Может быть. Во дворике бегают. Он что-то... Проходи. Вон он на горе.
Угу. Луковые воины, блин. Ага. Он Мак. Второй бежит. К нему туда. Угу. Луковые воины. Ну, другое бы пока нет, не разродились еще. Так и они тоже особо. Слушай, так может какие-то пушки? У нас же есть оружие внизу, что ты не взял? Откуда у нас оружие? Там пистолет два вида, по-моему. Ой, там йока это что ли? А, подожди, там же, да. Там же есть нормальный пистолет, который у нас в заначке был, да? Надо только для него боеприпасы делать. Фрагменты металла, порох. Что, ты стреляешь там, продолжаешь? Да, пытаюсь. Слушай, с автомата жахают. И вот попал даже. То ли они дверь пытаются, то ли они ограду. Кто-то, знаешь, арендовал нашу крышу для перестрелок. То есть просто попал, бежали попал, мимо. Попал. Бежали мимо и арендовали крышу, понимаешь? Я два раза попал в него. Угу. По воде кто-то топчется, слышишь? Угу, по воде топчется. Блэк Рейна вон спрашивает. Угу. А мы его увидели сегодня, Блэк Рейна был. Был, был, был. Так, где же ты, мой твой? Где же ты, сучка? Ищу. Ничего, смотрю в окно. Он еще бегут сюда. Угу. Там на лошади бегает. А это кто стреляет? Это не я. Там сбоку уже кто-то есть. Что-то капец какая-то это мясорубка началась. Луковые войны. Там на лошади сейчас прибежать хотел еще один. Слушай, они, по-моему, по дому бегают. Слышишь топтание? Стой, да, стой, да, стой. Да, да, да. Слышишь? Да-да, это не я, я ж на приседе. Что-то ёрзают, блядь, ёрзают. Угу. Сука. Hello. Hello. Guys. Hello. Hello. What are you doing, guys? Чего? Что-то происходит, блядь. Школьники опять какие-то дикие. Чё, блядь, они там мычат? Чё-то мычат, бегают. Какие-то звуки такие, да. Так, внизу. А кто спит внизу у нас? Может, кто-то спит уже? Смотри, вон спит тело, видишь? А он, видимо, не смог выбраться, поэтому пришлось спать ему, да. Кто это был? Манук? Рами? Вот я его убил, видишь? Вот, CSGO, ага, Манук. Рамук Мани вот этот спал тут. Хера Манук, себе. Рами. Там вон еще один трупак, и здесь. Правильно, потому что из нашей этой клаки не вылезешь. Это по нам? Слышь, а по кому это? Это у нас прям стреляют? Нет, это они сами с собой там. Но это у нас это где-то здесь, озеро, сверху. С озера. Нет. С озера я стреляли. Просто слышу беготню, это тут рядом. Но они сверху стреляют в сторону озера. Сбоку. Куда ты стреляешь? Пока просто так. Для отвлекающего маневра. О, а это ты стрелял? Угу. Они где-то сверху, короче, над нами. Манук. Можно, типа, если хочешь, выложить весь лут. Можешь... Ой, по мне стреляет кто-то, слышишь? Вот я же говорю, с озером. Блять, попал! Ага. Я не вижу просто его. Где это, он, наверное, со скалы откуда-то. Он попал в меня, неплохо он так. Он сдались с прицелом. Притом мне еще дали билдинг этот блок. С прицелом он стреляет, он сдались с прицелом. Вот в чем проблема. Где-то в скале с прицелом. Фига себе, блин. Так, у меня хилы были немножко. Бинты у меня 4 штуки. Да, что ж такое? Ох, там рюкзаков внизу валяется уже. Да тут жесть, тут война самая настоящая. Mm-hmm. Я пока все это пишу, может в отдельную серию бахну. Ну, может отдельно получится. Ну да. Куда-нибудь. Блин, ну? Нам надо... Была бы у нас какая-то обзорочка наверху, чтобы выйти попалить. Видишь, надо достраивать именно сторожевую. Не хочешь, выложи лут весь, иди просто на разведку, посмотри, что. Ну, если умрешь, окажешься выглядит. Здесь, я посмотрю пока с окна. Потом поменяемся. Давай. Так, ну, в принципе, можно бежать. Выходи пойду, через. Пойду, посмотрю, да. Давай. Полутай вон возле лошади его труп. Смотри, что там. Посмотри на горы где-нибудь. Копье горах, вонючее. Вонючее копье.
На крыше никого нет, лестницу присандалили только и все. Понятно. О. Дробовик здесь есть, вот я возьму. Бери. Аптеку. Лестницу прифигачили. Понятное дело. Ах, вот они тоже хитрые пустой. Задницы. Вот они откуда проникли. Сейчас я вам перекрою, здесь кислород. Где они были? Сейчас. Кто-то прыгает по скале. Это я. А, фу. Напугал. Слушай, где-то прям тут стреляют. Прям вот-вот. Угу. Прям очень близко. А, отсюда они типа зашли, вон, да? Сзади двое бегают. Бля, сзади, вижу. Вон, сзади. Попал одного. Он охуел, наверное. Предохуел пацан, блядь. Не понял, что происходит, тихо, да? Тихо. Тихо, мудозвон, блядь. А его братан туда побежал. Бля, он что на горе, слышишь, Женя, осторожно. Он сейчас по горам, да? Сюда придет. Блядь, ладно. Со всех сторон, сука. Я дома. Тебе советую тоже. А лучше их немножко подразнить. Блядь, колючки ссаные. Я тут пытаюсь как-нибудь организовать, но что-то, по-моему, безуспешно все это. Беда? Угу. Сейчас они до тебя дойдут, подожди. Так, я похилился. Сейчас. Кто-то бегает там все время. Там постоянно движуха. Все время движение, да. Вечная гулянка. Я только не понимаю, где он, по песку, что ли, бежит? Может быть. А, ты внизу уже. Что там ломаешь? Я пытаюсь новую систему. А вон он, вон, прям за тобой, Жень, прям вон прыгает. Ладно, пускай прыгает. Вон прямо за этой штукой идет его. Фига. А, я понял, треуголку сделал, правильно? Со самбовым. И лестницу я вашу забрал. Ничего он там прямо знаю. Возле выхода тусит. Угу. Но он меня не убивал, на удивление. Они тут, слышишь? Вон он. Где, там возле уголка. Нет, возле уголочка справа был, на 140. А-а-а, там я есть думал, завитушка. Угу. Он там сидит. Ну, завитушка, ладно. Слушай, там есть пустые банки бобовые. Может, эти бобовок наделать? А бобовки же нужно там что-то. Какие-то компоненты нужны. Бля, он убил меня. Угу. Сука. Лимбратур какой-то. Лимбратур, блядь. Сейчас я посмотрю. Нет. А Лимбартур был в этом чате, я видел. Mm-hmm. Лимбартур. Бобовки, порох, фрагменты металла. Порох есть, фрагменты металла где-то были. Фрагменты металла есть, да? Пара, да, бобовок? Порох надо порох еще сделать. Было бы очень хорошо. Уголь нужен, где костер? Наверху горит. Уголь я складывал в этом, в чемодане же нашем езде. Да? А, ладно, здесь костер горит, я отсюда возьму. Все равно горит попусту. Во. Он там сидит, так. Прямо перед дверью, чтобы с луком. Я просто лук выпал. Порох. Заберу. Отойди, пожалуйста. Чуть-чуть. Давай, отхожу. Порох и... фрагменты металла. Ой, это же граната F1. А, нет, не могу, наврал. Чего не так, стреляют? Три бобовки могу только взять, и все. Нормально. А что делать с ними теперь, с этими бобовками? С окна бросать, что ли? Да? А ты попадешь, или ты тут... Ты можешь не попасть. А он где? Ты скажи, где он. Я вот с ящика могу попасть, скорее всего. Что за странный звук, блядь? Что делаешь? Женя, ты взорвешь. Зря. Ты взорвешь ограждение и все. Ну да. Нет, с решетки он не получается выбросить никак. Выйди во двор и бросай во дворе. Ага. А кого мне убивать-то там? Их не видно никого. Кого бросать-то мне? Чему двери сами бегает? Открываются? Это я открываю. А. Они здесь, я только не понимаю, где. Брось. Что он творит? Я бросаю бобовку. Открыл дверь? Нормально. Давай, я открываю. Подожди, пошли попалим. Тень. Ты думаешь, они сверху? Вряд ли.
Да мало ли. Она еще и не взорвется сейчас. Дерьмецо это одноразовое. А, нет, смотри, взрывается. Вот тут надо загородить, смотри, там проход. А здесь они не пройдут никак. А, видишь, да. Я могу пойти выйти. Ну все, здесь не пройдешь, немножко... я умер, видишь. Все, возьми мой лут там. Поздно. А, ладно. Где эти ублюдки, блядь? Бегали. Так все, смотались уже. То есть у нас настолько неприступная крепость, что никто и не может зарыть, да? Пока мы тут. Никто не хочет. Ой, по мне даже. Не стреляют, бля. У меня столько лута много. А, вот они сидят. Они за домом. Женя, они сзади дома. Просто за домом? Да, вот он сидит за домом. Лимбарту сидит прямо возле. Двое они, трое, блядь. Их там три человека. Опа, меня кто-то стрелял только что. Они сидят не... за домом. Мы выходим с одной стороны, они противоположные сзади сидят. Не знаю, не уверен. По-моему, можно там как-то первоуровневые обычные. Да, можно. Попробуй сам там зайди сейчас. Я попробую бобовки сейчас покидать, может. Говоришь наверху, да? Слушай, их убил кто-то? Там два трупа лежит. Все? Он третий кто-то бежит. А, вон бегает возле пальмы. Да-да-да. Там они и были. Нормально. Фига там движуха. Подожди, так он лутает. Можно успеть пойти подзалутать его. Угу. Только туда бобовочку убахнуть. Так, а мы можем... Интересно, они на крышу могут вообще подняться к нам? Теоретически. Без понятия. Они что-то померли там, хер его знает за чего. Может, скилл прописали? От безысходности, нет? Пошли полутаем, он там сидит, что-то лутает. Пойдем попробуем. Блядский рот. Че такое? Да не. Он тоже стреляет, слышь? Угу. Че, ты вышел, да, уже? Нет. Но он с чего-то стреляет. Бля, патроны кончились. Ай, господи, час от часу не легче. Да. Возьми себе, чем стрелять. Попробуй, посмотри, Патрики, можешь сделать или нет? Я же тебе сказал, возьми ресурсы, сделай. Вот. Ну я отстреливаюсь, я пока отстреливаюсь. А что тут отстреливать? Порох вон у нас есть. Там же чувак стоит. Порох есть, я только что сложил. Я же тебе говорю, лутает чел, бегает. Трупы лутает своих товарищей. Я хотел пострелять по ним. Не, понял, ну ты сейчас вот пока я бегал с бобовками, взял бы да сделал. Там ресурсы-то вот они. Я пока ты бегал с бобовками, стрелял в этого ублюдка. Чтоб он тут ничего не делал. Вот и все. Порох, уголь сейчас. Где-то я сложил же. Где-то был он. Вот он, порох. Сейчас. Так. Боеприпасы. 128 нормально. Нормально, можно стрелять. Я с бабушкой, ты с пистолетом. Ну давай. Сейчас я стрелу только выложу. Угу. Бля, рискованно, ну ладно. Да что экшен, ради экшен. Все ради вас, ребят. Все ради дорогих зрителей. Да, экшен можно сделать. Так, ну давай. Блин, у меня 80 хп сейчас. Что происходит? Да не там они! Блин, я просто хотел как-то напугануть их, что ли там. Спасибо, я только похилиться успел. Жень, да не надо, что ты творишь? Ну хотя бы как-то это, сдвижу, чтобы кто-то убежал там от страха, что ли, я не знаю. Угу. Жизни мои от страха, блядь, убежали. Придется бежать домой хилиться. Я тебе бинты могу дать, на. В жопу эти бинты. Зачем ты говорил? У меня аптечка есть. Ну, что за суета и паника началась? Да не паника, просто ты фигню какую-то начал страдать. Убежать, я пытаюсь шугануть, чтобы они хотя бы как-то догонялись. Кого? Там никого нет уже. Шугануть. Те, кто сзади сидит. Ты же говорил, закупки сидят там. 10 минут назад уже. У меня лестница есть, если что. Где тут кто сидел? Кукурузу кто-то насажал, вот явно не мы. И вот. Чего там? И не куда? Здесь они были, тут. Где тут? Потом они побежали втроем сюда. А ты говоришь, в углу дома сидят. Да, так это было же давно уже, ты же дислоцируешься. Ну, так, они же умерли, ты говоришь, двое там. Вот, два трупа, три. А, лук. Тут, я-то думал, все-таки там. Шмотки. Стрелы, вот шмотки разные. Я почему-то думал, шкура. Здесь они сидят, ну ладно. Они все время оттуда бегают. Можно туда побежать, посмотреть, что там у них.
Так бегают, бегают, блядь. Ну, у них тут, видишь, центр такой получился. Все время оттуда прибегали. Да, да. Что у меня есть вообще? Бежишь? Ну как, я вот здесь сзади. Я уже на той стороне берега. Зачем ты туда рванул? Я хотел посмотреть, откуда они бегут, с какого дома. Они все время сюда бегут. Так это из этой крепости большой, мне кажется. Да не, из крепости. Точно. Уже давно бы нас ракетами или чем-нибудь вынесли. Ну, а может им неинтересно пока такую халупу ломать. С деревянными-то воротами, такими царскими. Я пойду патроны сложу, что-то слишком много патронов с собой ношу. Очень много патронов надо убрать. Так. Это все выбрасываем. Ты отлично. Но тут чисто, тут пока никого. Тут да, у нас даже арбалет один есть еще. И ружье внизу. Угу. Так, это забираем. Если они бегут, то откуда-то далеко. Угу. Тут какая-то жесть. А что жесть-то, нормально? Ага. Так. Да я пытаюсь, блядь, тут народа. Ты из дома стреляешь, что ли? Угу, пытаюсь. Они не из лука вон стреляют. А ты бегаешь по земле? Да-да-да, я отвлекаю их. Вон. Да нет, ты наоборот, привлеки их сюда. Вот этот чел меня и убивал. Вот они. Отвлекающий маневр. Давай, стреляй в них, пока они на меня отвлекаются. Они далеко, я не могу без прицела к ним попасть. Давай ближе, я подманю тогда. Давай поближе, ближе, ближе. Совсем домой давай их сюда замани. Давай, давай, бегу. Попал вроде один раз. Ау. Ты успеешь забежать, закрыть дверь? Да давай нет, я могу бежать, в принципе. Не, ты знаешь, как сделай? Сейчас я подойду, ты откроешь дверь, я их порешу нахуй всех. Прям порешишь. Попробуй, давай. Открывай. Давай, открывай, бегу. Давай, сбегай. Давай, давай, давай. Нихера он меня вынес, блядь, как? Ага. Хуя себе. Порешил, да? А как он? Решил. Ну вот так, да, не стреляет. Пиздец, а как? С чего он меня так с одного удара? С лука в голову обоих. С одного удара, блядь? Да, 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 с лука в голову обоих. Да не, в пизду, я так не играю, так нечестно, что за говно, блядь. Он с вот одного выстрела, даже не знаю, где я сижу, вынес меня. Я же говорю, вот так они играют. Пиздец. Да не, ну нахуй такие игры. Да, это обидно, конечно. Ворота хоть закрылись? Да, ворота закрылись, они вдвоем там остались. Сейчас сдохнут они там. Где, внутри нашего этого? Да, они вон, где лошадь, там во дворе. Он прыгает. Ну пусть сидят, блядь, придурки, блядь. Нормально, пообщались, блядь. Мракобесы. Как он... Я тебе говорю, он не знает, где я нахожусь. Это читачок какой-то. Не знаю, где я нахожусь. Он выносит меня с одного, когда я выпускаю его... С лука, Алекс, с лука в голову сразу. Просто тебя и меня. У меня пистолет, я очень выпускаю в него. Ему похер, блядь. Угу. А он тебя вносит в голову с одного выстрела. Пусть сидит. А они же тпшнутся, наверное, да? Ну, нельзя в этом зоне. Он опять меня убил. Притом, один друг его повалил меня с одного выстрела, а тот с пистолета меня убил в голову как-то. Да. Когда я лежал уже. Угу. Они что-то строят, слышишь? Как? Пристройки делают, что ли? Наверное. Не, на удачу, конечно. У нас есть хоть чем-то стрелять? Да, ружье. Бери, потому что они пристраиваются. Я телепортируюсь домой только еще. Давай. Да, крип. Блять, это крипово. Здрасте. Он с одного выстрела моментально. Моментально в голову. Наверное, какой-то АИМ или ЧЧТ, наверное, короче, не знаю. Потому патронов не нет нормальных, да? Почему? Вон 384 лежит. А во что заряжать-то? А, ну это, вот это уже другой вопрос. Гвоздомета тоже здесь нет. Гвоздомет? Верстак вон лежит, кстати. Ну это старый верстак. Чё, блядь? На каком языке они разговаривают, эти два чудика? Да он поёт, он рэп читает, типа. Ну смотри, можно попробовать открыть, но он вольнёт сразу, да? Он сразу вольнёт, даже можно попробовать, в принципе, тест. Давай, я открою, ты стреляй.
If you come up with a full AK kit, you'll get Давай, a chance открывай. To kill Давай. Там... На, сука, прям в щи получил. Я ему в щи просандалил, нормально. Давай, отлично. Давай, уёбок. Давай. Давай, появляйся. Ай, не успел! У него реакция вышла. Сразу в голову, у школьника быстрее реакция немножко. Сразу в голову причем. С одного выстрела, все, один выстрел, он с одного, с лука, с пистолета, блядь, хоть с палки, понимаешь? Слушай, он просто появляется и сразу в голову, это что-то лажа какая-то, это нечестная фигня. Видно, я только вылез, сразу в голову, но это, видишь, опять вот с пистолета. Ну да. Так, он арбалет вижу. Вот я только что умер там. А где стрелы? Что-то я стрел там не вижу. Там, у меня, в мое тело найди там чемодан. Вижу. Они как бегают. Звук как будто не бегают. Они на месте топчутся, на одном месте и все. Ты домой сейчас или тебя принимать? Ну, домой, наверное. Что-то пристраивают, слышь? Ну, это эти, они сбоку. Там же можно сбоку эти пристраивать. На, сучка. Попал? Да. Блять. Он пытается, я пытаюсь, и он пытается. Я вижу его лук, блять, за спиной, но его лица не вижу. О, я убил его. Я убил его, прикинь. Бля, молодчага, вообще прозрел. Сейчас еще одного надо, да, теперь. Там еще второй. Бля, мне кушать нечего, сейчас умру. Пропиши кит-медик. А вот. О, они со второй стороны теперь пристроились. Они со второй, я его убил, этого тусплэнси, хуэнси. Только мне теперь хилиться надо. Возьми себе лук, наколдуй, хотя бы простой. Стрелы можешь взять из шкафа. Блядь, 12, как она медленно восстанавливает. У тебя есть кит-медик, кстати? Я тебе аптечку могу дать, на. А мне есть, я брал. Бинты и мясо. О, я взял, нормально. Теперь он слева. А вон они в окне, вон в окне, в окне, в окне, вон они. Стреляй, стреляй. Ты увидишь его лук, там надо привстать будет. Да я так вижу его. Что-то застраивает. Получил? Ага. Получил. Давай, ёбок. Женя, отойди, давай по очереди, потому что вдвоем будет сложно. Давай, давай. Сейчас я попробую еще раз. У меня лук. Блять, я его вижу, но я в решетке. Че за быдлыч? Что он читает? Что это за рэп, блядь? Не знаю, что-то читает какую-то песню, по-моему. Мне нравится, что он секунда и сразу в щи. Что там, блядь, ломается у них там? Блядь. Ладно, попытайся ты попробуй. Он перепрыгивает. Он там перепрыгивает. Ну? Слева или справа, как думаешь? Слева. Ой, справа бежит. Что-то они там прыгают, что-то делают, я слышу. Угу. Дион, ты его видел? Там лечится. Я убил его? Сразу в голову, сразу в голову. Куда убил ты его? Он тебя убил в голову. Блядь. Сразу. Ты даже не успел. Нет, я попал в него. Я попал в него. Но это было очень быстро. Как бы. Это какой-то бред, блядь. Ты же немножко бредом попахивает. А да. Может на второй как-то посмотреть, со второй стороны что-то? We're coming in! We will drill your wall, thermite! Thermite Rainbow Six Siege! Take your wall out! Mobile Legends! Bang, bang! Он все фразы, блядь, наговаривает, которые как попу... Нихуя он выносит, сразу блядь. В голову слушаю. Я просто, только все, да. Проходит, я тебе отвечаю, полсекунды, он сразу за полсекунды, да, так да. Моментально. Ну это какое-то читачье, походу. Пиздец. Я понимаю, что там типа маленькое расстояние. Ой, я знаешь, где оказался? Но все равно, ты же так не убиваешь его в голову стрела. Тут есть лук. Да.
Да тут арбалет, он твой лежит в углу. Ну возьми пока, пока я не дома. Попробуй, может ты сможешь его выбить как-то. Да. Они оба такие, оба по дебильному орут. Может два брата? Ой, я пособираю со второго дома сейчас, и тогда... Я ему в лоб прям прописал, короче. Умер он? Ну он заорал, ну... Два брата, блядь, крабата. Что тут у вас за веселье, блядь? Опять он эту фразу говорит? Ну что, дурак, что ли, блядь? Одно и то же, как обезьяна. Ну из песни с какой-то припев фигачит, и все. Да обезьяна. Ну как обезьяна, реально. Одно и то же, одно и то же. Что, ты его там вальнул? Ну, конечно, в голову один раз попал. Я даже арбалет не могу взять. Да он... Давай я тебе отдам. На арбалет. Чё, подавился, мудак обоссанный? Мудак обоссанный. Чё, каблет? Бля, я не успел опять, да, заебал вот уже. С одного выстрела просто как лалочек снимает и все. Я говорю, полсекунды. У меня, конечно, не та реакция, но, блядь, ну это первый раз такой вижу. Ну, это читачела какая-то, скорее всего. Так, а если читер, что он нас до сих пор не убил? Ну, в том плане, дома не залез. Ну, развлекается человек, понимаешь? Он песни поет, бегает, всех стреляет, убивает. Ему что еще делать? Когда-то читак, там... Может, у него такие чисто на выстрелы читы только и все. Так, Анкл, давай я к тебе. Давай. Блин, это жесть, реально. То есть, чтобы его убить, это надо на полсекунды быстрее, чем он, сообразить. Где он окажется, точно стрельнуть. Там еще Патрики были просто. Он мне спрашивает, что я делаю. В смысле, что я делаю, блядь? Домой ТП-шу себе. Что я делаю? Что ты не... Who the dash can you fuck up my ass? Like it, suck him up. Это либо китайцы, может, два? Слышишь, это походу азиаты какие-то, что ли? Может быть, это... Чё сатич, блядь, он несёт? Что этот человек себе позволяет, я не понимаю. Your grandmother, big radiation, three ball sack. Не знаешь, это похоже реально как китаец, который какие-то английские фразы заучил, как попугай. И он начинает это говорить, потому что он так не связан. То как то одно, блядь, то второе. Тебя убили, что ли? Просто, да, он сразу секундное, что там, выстрел и всё. Слушай, сделай бобовки еще, есть? Так они лежат вон в сундуке, бери. Где-то были, я не помню, в нычке. Вот здесь, в нычке. А, вон они эти построили, смотри. Дерьмецо соломенное. Какое дерьмецо соломенное? А, вижу. Mate, you're terrible. You're terrible. О, второй раз я его убил, смотри. Вальнул петуха этого. Бля, я не могу, я не понимаю, блять, он появляется сразу, выносит, сука. А их там что, одинаковые ники вдвоем? Ну, кого я убил, подожди. Я посмотри по чату. Джен 2 сплэш, а это тут 2 сплэша. А, это... Понял. То я думаю, что он один и тот же, что ли, блядь, расклонировался? Нет. Нет, смешно. Да усаться, блядь, как смешно. Бля, жалко, я отрубил эту изменитель голоса. Вот это было бы сейчас классно. Вот я ж не знал. Ну да, видишь, если бы я знал, я бы врубил. Жаль, нет байпаса реально. Нажал бы кнопку байпас, все, пошел сигнал пустой, чист. Надо, включил опять кнопочку. Сейчас проверим, у кого, блядь, реакция, сука, у ковбоя, нахуй. Кого быстрее.
Реакция, как у ковбоя. Ты уже умер? Да нет, я внизу, вон, смотрю по люди. Мне кажется, судя по акценту, очень похоже на азиата. Угу. Хотя, знаешь, коверкать могут по-разному. Либо америкос, или... Второй точно англичанин, капец, там у него акцент дикий, конечно. А вот этот вот уже такой. Что-то строит. Ну, это то же самое, они строят эти мостки, вот эти вот соломы, пристраивают, да и все, больше ничего не могут сделать, потому что... Вообще, в идеале, ты мог бы тпшнуться куда-нибудь с Анной или Сан, например, и сюда. Mm-hmm. А что ты там оказал? А что? Что там прыгаешь? Я здесь внизу. А. Я палю, что они делают просто, что они там строят. Тут никого. Там один труп, вон, выглядывает. Да, вон они валяются, ноги торчат. Что-то притихли, по-моему, парни. Да? Угу. Ну, может, слились уже, может. Не-не-не, прыгают. Я не прыгают, просто не разговаривают. Что-то мелит, блядь. Не знаю, welcome куда-то там. Блядь, ну туда как-то перепрыгнуть, посмотреть, что там. Не троллирует. Понятное дело. Я же попал в него! Ага. Был звук попадания или нет? Нет. Я тебе говорю, он... Мгновенно. С одного вот просто, угу, он как молния, да, 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 появился, да, и сразу вынем, моментально. Ты в какофоне, я офигею. Может, их кто-то придет, разъебет уже наконец-то, блядь. Ну, не знаю, не знаю. Где мой арбалет? Да, тут, конечно... Где твой арбалет? Где-то вот в этой куче всего, но я... Что происходит? О, наконец-то кто-то пришел. LDP пришли. LDP пришли на этих дедиков. Yeah, they're trash, I'm fucking them up. Он живой, он постоянно. Ты хочешь сказать, что он их развалял, что ли? Да не поверю в жизни. Yes, you're sucking my ass. Yes, sucking my ass. Я повторять сейчас буду. Dash, can you suck up my ass? Где мой арбалет? Ты что присел-то? Слушай, кто-то против них там, походу, жестко. Да, там вот эти Аминчи пришли. Пришли, да. Которых мы убивали тоже. А, вот. Вот еще вещь. Mm-hmm, где вот арбалет, я не вижу. Ты забрал его? Не знаю, нет, не трогал. А, бля, он наверху. Mm-hmm. О, давайте. Да, сейчас будет собачьим. Весело. Сейчас их раскатать должны там уже. Вот, кого-то слили. Вон Гримерсин какой-то бегает. Вот Гримерсин какой-то. Джорди Ороско. В голову опять с лука. Да я офигею, ну это капец. Ты с 5 метров, может, лежачий? Они стреляют с автоматов, они убивают их с луков. Ну это жесть. Это что это о, такое? Они повалили там, кто-то упал, по-моему. Ну упал. Слушай, вот я буду посмотреть. Вот Гримишлин, вот какой-то Гримишри, тут вот это. Ты хочешь выйти голышом? Нет, я хочу посмотреть, что там происходит, блин. А я бы голышом вышел. Там пацаны так кряхтели, блядь. Угу. Это кто стреляет? Это я. Сейчас? Сюда лошадь бежит, слышишь? Там 4 человека бежит, смотри. Один на лошади и 3 с автомата. Сюда бегут, блядь. Сейчас будет весело. Ебануться тут весело. Смотри, там целая армия бежит сюда. Походу, докукарекался наш азиат, да? Японский бог, блядь. Я вышел на улицу посмотреть. Женя, там такая... Я это просто заснял... О, тут патроны, лут, короче, всякие есть. Я это заснял просто, эту дичь. Я это заснял. Первый раз такое вижу просто. Я говорю, один, он впереди, короче, а за ним 3 человека с автоматом. Я посмотрю, выйду. Я на улице все равно бегаю. Посмотри, какая вакханалия. Да, вот так. Фига себе, блядь. Какой-то слэшер меня убил. Там, короче, куча народа как-то понабежала. Я кого-то тут народ понабежал сюда. Пропали наши крикуны, да? Ну все, их вальнули, видимо. О, там бойня, смотри. Где? Тут? Там вон. А вон они, вон один бегает, я вижу. Угу. А эти двое где? А, вон убили, смотри, Шур его убил. Угу. Тут.
Меня уже гасит отлично. Да. Шур завалил его, короче. Да, да. Не, ну спасибо, конечно. Спасибо, пацаны. Ну, да, так, просто они, видимо, так начали доставать всех, что просто... Бля! Угу. Понятно. Кто тебя убил, интересно? Я не знаю, я пока лежу, не умерши. Хочешь, попробуй, живи меня. Сядь. Можно проверить, но... Живляй, я просто лежу, как бы. Ага. Он одетый, это не тот. Это уже одетый. Это другие пришли уже, да. Так, сейчас аптечку. Пипец, вот это экшен, блядь. Угу. Это уже кто-то другой, да. Угу. Думает, что... Давай. А тут и арбалет взял, лук взял. На тебе половину стрел? Да, я так хотел просто эти убрать. Ее как неудобно. Так, вот все. Ну, че он там? Он тут точно есть кто-то. Ладно, давай туда. Слушай, надо их пристройки, короче, убрать. Вот эту пристроечку. Ну, это надо выходить на улицу. Стрелять. Он бежит на лошади, смотри, вон. Ага. Ты попал в колючки? Ага. Ну, ничего сейчас. Слушай, там народа. Это просто пипец. Да. А, ты разносишь? Угу. Ну, а чё, блядь? У нас чемодан здесь, как будто мы переезжаем, блядь. У нас чемодан здесь. Трупы, чемоданы. Да тут жесть какая-то. Бля, лошадь в доме, слышишь? Я загнал, да. Лошадь в доме стоит. Я ее загнал, да, чтобы не убили. И Раста выдал мне null рефери. Опять? Ага. А, ты убрал. Они писали в этом. Кто писал? Что, ну, разработчики. Понятно. Что может выбивать с последним обновлением, короче, убивает. Ладно, раз ты вылетел, да. Я тогда здесь закончу эту побоищескую серию. Жесть, потому что это было... Прикольно было зато. Экшн. Это было реально круто.